Сегодня у нас 12 ноября 2018 года, утро. Идем кормить кошек, которые были выброшены на улицу. Уже подросли котята вместе с мамашей, видимо. Вот, и чтобы они не замерзли, мы взяли их себе в подпол тут, закрыли в храме. Здесь вот у нас храм, где мы молимся. Проходи-ка сюда, там покажи пока сколько богатств, а тут я закрою. Да я закрою. Закроешь? Все, да. Вот мы закрылись. Цели безопасности. Сейчас я начну откроять. Все, открыл. Какой замок тут, смотри. Да, да, большой, большой тут, хороший. Замок. Парный. Ой. Холодно сегодня. О, покажи надпись какая-то вверху. Сейчас мне. В храме его все взвещает его славе. Остается на зиму. Псалом 28.9. И идет, мы не скрываем еще. Вот, смотри, какие надписи. А тут женщины переодеваются, сестры. И тоже книги и продукты. Книги и продукты везде. Помочь кому надо, так. Продукты тут на столе, на железо. О! А здесь у нас кочегарка. Вот. Так, тут вот, кипятят. Все тут у них готовят. Печка. Тут готовят, насос воду гоняет. У меня руки застыли пока. А тут вентиляция сюда и он вверху, чтобы круговорот был. Круговорот. Там они опять вот. Нет, ничего нету, надо сказать им. О! Господи, помилуй. Три поклона. Мир дом и сыну. С миром прямо. Пошли-ка. Это вся община наша тут история. Библия глазами детей. Тем интересно. Вместе. Это такие резиновые пластины. Мне помогал РТИ Хрома Анатолий Петрович. Патриот настоящий. Вот у нас подпол. Вот. Сделал подвесы. Здесь. Раньше их не было. Все, подставил тут специально скамейку, чтобы. Свет горит постоянно. Ты, наверное, слазишь что-то за мной. Ага. Я пойду им там. Давай. Подвал. Вот она. Включена у нас тут розетка сейчас. Сейчас, ты не торопись сюда. А то не надо. На руки нас тут. Сейчас он там еды вывалит. И все будет, слава богу, за все. Ой. По-иному не слезешь. Где она третья? Вот они едят уже. Вон сок у них. Тут что у нас было тут? А? Каша еще состоит. Пшенка, каша пшенная, эти, как она, мойва нарезанная, молоко. Каша на сливочном масле сделана. Вот так. Это третью-то не вижу, где она. Где она? Куда делась? А? Не знаю. Не вижу я ее. Видимо, куда-то отошла. Видно, нет? Нет, не видно. А ну-ка. Куда она могла деться? Вот они втроем. Еще куда был посмотреть? Четвертый, но мы его не поймали. Может, замерзнем даже. Хорошенькие мои кошки. А какой нет, я не знаю, мамки или что ли? Но это лучше. Да хорошенькие кошечки. Они мыши гоняют тут. Ну да, согласен. Там в пузыре это кто-то пенил там. Да. Вон она идет, когда вон она. Вон она. Иди ага. Сюда, иди скорее. Иди скорее, вот она пришла. Куда она лазит-то далеко, смотри. Вот она где пришла, иди скорее. Куда она шла?
не знаешь? Вон туда ушла, за кирпичи. Ай-яй-яй. Иди сюда. Вон она где выглядывает. Вот она за кирпичами. Иди скорее, иди, иди. Киса, киса. Иди скорее. Вот они едят. Да едят. Боится еще. Да молодцы такие. У нас черненькие здесь. У меня рыжие. У Надежды Васильевны белые. Тоже один рыжик. А у меня один белый. Там бы они погибли сейчас, мороз такой. Вот они едят. Все это закрыто. Вот сколько у нас человек может быть здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Восемь, девять, десять. 10 только по ларям. Это какой большой ларь. Картоном обложенный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Десять. Да еще здесь под ногами сколько выкопали такой подвал. А вот здесь вот возведенные столбы. Он на них опирается. Это Третьяков Игорь тут старался, делал. Видите, как все дружно. Вот эту землю здесь копали, выносили. Это много-много земли. Здесь подвала такого не было. И на улице большой там вал. Ну и, дескать, вывозите. Вал. Там самосвалов может быть 10, больше. Тут все работали. Ну все, я не могу вывозить. Вот тут написано, где Алфимова, то даже написано вон. Вот, Игнатий Иванович, я не закрыл. Вот. А? Закрыть надо, вот. Закрыть? Да, да, вон эти. Вот этими тряпками. Да, да. Хорошо. Что-то я не усмотрел. Хорошо, что мы тут. Уходим, да возвращаемся. Ой. Обаяли, испугались сразу. Так, куда, где закрыть? Вот это. Так, закрыть надо с той стороны, надо тоже. Ну там-то у меня закрыто. Вот так. Вон они, кошки, где. Ну а третья там он бегает, она поела уже, видать. Я пошел к мэру города или позвонил ему, сейчас не помню. А тут уже ой. Те, которые смотрят, администрация местного района. Раз мы на дорогу насыпали много, дорога-то уменьшилась, проездной путь-то. А тут вал просто вот как вот столы наши, так еще кажется выше, и метров 20. Ну много земли, ну видно какой огромный подвал. Прошло полдня, наверное, все, пришли самосвалы, экскаватор, и все убрали. У меня очень близкие отношения были с мэром города Барнаула Бавариным. Он входил в десятку лучших мэров России. Трагически погиб в автокатастрофе, а вскоре погиб и губернатор. Вот гоняют, он 200 километров в час гонял, говорит, Евдокимов. Михаил Сергеевич приезжал президент Путин хоронить его, а Вальков, генерал, снял машину сопровождения, его убрали, а он даже не виновен ни в чем, кажется, Владимир Алексеевич, хороший мужик был, генерал, он приезжал в Потеряевку, везде ходил и взял церковные книги, давай считать, вот вас представьте, генерал милиции, и считает, я, говорит, по-славянски могу. Убрали за то, что он машину сопровождения. Да какое сопровождение? Тогда должна была тоже 200 километров гнать. Ну и тут Щербицкого виноват, что за него машина задела, судить стала. Шофера перегородили дорогу, судья вынес решение правильное. Как перегородили дороги все везде. То же решение судью убрали, обвинение сняли, Щербицкого освободили. Закон, что дышло, циркуль и наугольник масонский. Вот так. Ну что, пошли на кормление, слава тебе, Господи. Вот уходим тут, это Володина место работы. Ой. А вот здесь вот посмотри. Вон там вверху видно или нет отверстие? Ну, немножко видно. С той стороны смотрели. И вот внизу. Угу. Это вентиляция, чтобы она круговорот давала. Ну, а тут закроешь потом к вечеру. Угу. Нежелательно открыто держать. Не знаю, что как будет. Вот он, мэр города, мне прислал бумагу какую. Не торопись, только повыше, чтобы повыше, сделай вертикально.
на бланке, Баварин, посчитайте. Это моим, которые недруги ворчат. Посмотрите, такую бумагу вы получили бы от такого мэра, бывший парторг моторного завода. Когда он за год давал отчет, меня всегда присылали или машины давали. Поздравительную, там, с праздниками Пасхи привозили прямо на дом от него на машине. Городская администрация города Барнаула. Доброй памяти. Я о нем помолился, упокою в обителях небесных. Но звонил после гибели его, до 12 ночи выискивал, чтобы кто подтвердит, что он верующий. И тогда главный редактор «Алтайской правды», это губернская наша газета здесь, Шевчук Ольга Николаевна, она говорит, верующий был. Он стоит на снимке с ребенком, крестит, кажется, у Золотухина, что ли он там. Ну, что-то такое вот. Ну и тогда я помолился и говорю, Господи, прости, если молитва моя не угодна, я не знаю. Но он приезжал сюда, вот, даже можно показать. Когда я выиграл этот процесс, он приехал, вот он стоит. Вот он, Владимир Николаевич Баварин. Вот это напротив этого дома, это снег хлопьями шел. И вот здесь мы сфотографировались. Вот он стоит, его советник, который свел, Овчинников Владимир Петрович. Вот стою я рядом с ним, он и госимуществом Барнаула, Слуцкий Леонид. Вот. А здесь мы, вот он стоит, Слуцкий здесь, а вот мы с Баварином поцеловались. А вот он руку подает, дескать, все по рукам. Это что же, что у меня шло-то? Вот ой-ой-ой. 11 лет, кажется, суд шел. Суд. Суд. 11 лет. Применяли Верховный Совет, суд, СССР, президиум. И, наконец, вырешили. Вернули сначала по административной статье. Нет, по уголовной. Я все деньги сразу перевел на тюрьму, на местную. А потом по гражданскому я выиграл. 11 миллиардов они мне должны были. 11 миллиардов. Это у нас снимки. Вот этот снимок один. Я арестованный иду. Вот рядом тут музей истории и искусства. А тогда был краевой суд. Вот он я иду. Ну, это есть в книгах. Это цветы летят. Встречали когда. Эти, которые нападают, то у них ничего нету. Можно только плакать и жалеть. Мне есть что показать. Ну, время это давно было. Вот это я в Америке был с митрополитом Виталием в Синоде. Сфотографировались. Это у нас была группа глухонемых. Вот нападки были, и дети наверху, и лозунги там, коммунисты, людоеды, займитесь своей душой, люди стали, и не пропустили. 18 было комиссий, тогда лагерь не могли закрыть, 98 год, 15 краевых комиссий было. А вот это я в университете, пришел ректор крупнейшего университета, 21 тысяча студентов, и из 18 стран здесь учатся, а это его секретарь ученый, профессор Улеська. Это вообще не выскажешь. А это я в АГУ вел занятия. Это АГТУ, это в АГУ вот занятия. Вот. Идут занятия. А это вот в АГТУ тоже занятия идут. Вот это одна фотография такая, как бы идет. А вот снимают, вот к крещению подготовленные. Это все через проповедь. А вот это я в радиостанции. Онлайн. В воскресенье часовая программа у него была. Прямо в эфир идет. До 30 звонков было, и все отвечать надо было. А это у меня охранники, сопровождающие пришли. Со мной сидят трое, они меня провожали в ночной, эта программа была. Это проще. А вот три священника крестят одновременно, а это оператор в воде стоит. Это фильм снимали «Златоуст из Потеряевки». Тут есть что показать. А эти-то, которые недовольны чем-то, ну, у них больше ничего нет. Они только могут, как говорится, вокруг моей колокольни мочиться и тявкать, как сказали о Льве Толстом. Своего-то ничего нету. Да прости ты, Господь, помилует всех. Все это временное. И везде вот какие места Писания, это мне пришлось подбирать. Все места Писания, согласно фотографии. Вот посмотри. И это у нас десятилетие. Крестовоздвиженская община отмечается 19 января. Скоро отмечать будем. Видишь, сколько было. Сначала вел я занятия в актовом зале. Там 750, наверное, человек входило. Вот такое дело. Мы уходим, выключаем. Там покажи надпись у нас какой. В храм ходишь как? Какая надпись красивая.
и распятие. А вот здесь, у кого такие надписи есть? Это притвор церковный. Посмотри, какие. И возвратил Господь потерю и дал вдвое больше того, что он имел прежде. Это Иова 42.10. Это не я писал. Это писали люди. Люди. Это Ольга Викторовна, кажется, у Нагаева. Вот так. Нам есть что. Вот с голубями стоят у нас венчали глухонемой дробот и Настя. Нынче она умерла. Заражение было, рак там, это другое. Вот, вот здесь, это Наталья Приходько, она вышла замуж за одного болгарина, он тяжело болеет в Америке, сейчас трое ребятишек там у ней. Это наш епископ Евтихий с ребенком стоит, это наш дом, это попутно показать. Это когда мы ютились, нам дали место один предприниматель, у него в подвальном помещении таком, около церкви на Никитинской люди были. Вот просто показать, и то интересно как. Это устами младенца. Этот напротив дома мы стоим, где мы сейчас живем, покрытый. Вот этот дом. Вот где мы находимся. Лестница голубям. Вот она. Это наша биография, нам есть что показать. А это люди вышли из суда. Меня повезли в тюрьму, суд закончился, а они приехали. Вот они где. Вот это в черном стоит, это... Яковлев Геннадий Михайлович, потом стал он иеромонахом Григорием, которого тот назывался себя Кришна, повелел ему убить, он отрезал ему голову и бросил на престол. Вот тут все история. А смотри, впереди что написано. Все, мы уходим. Тут, видишь как, уходит, закрывай дверь. Все забрали, кроме одной кастрюли ничего больше нету. Нету. Все. Все, я побежал домой. Все, с Богом. Побежал. Так, выходим. С Богом, с Богом.